Все будет хорошо, Олет. Мы рядом. Кэтбой, Гекко, я сожалею. Я просто хотела доказать, что я классно играю в футбол. Но мы ведь это знаем, Олет. Но надо уметь вовремя сделать пас. Ты прав, это командная игра. А мы команда. Настало время героев! Мы должны вызволить ее из лунного шара. Можно его лопнуть? Какой-нибудь большой, острый штуковиной. Флагшток рядом с музеем подойдет. Гекко, ты кати шар. А ты, Кэтбой, направляй его. Где эти негодники в масках? Сюда! Нет, левее! Осторожно, фонарный столб! Ха! Ага! Лунный шар, вернись! Нет! Эй, почему вы остановились? Из-за магнита! Лунной девочки! Он слишком мощный! Я знаю! Надо играть командой! Гекко, используй супермышцы! Кэтбой, используй суперскорость! А я постараюсь создать ветер! Есть! У нас получилось! Он бесполезен! А теперь лопнем шар! Супермышца Гекко! Надо покатить шар как можно быстрее! Да! Что вы делаете? Нет, нет, нет! Большой злой робот остановил маленького котика! Связать их! Не волнуйтесь, Флэш Флип вас спасет! Но это ведь не настоящий прием! Он из комиксов! Флосси Флэш покажет злодеям! Привет, Олет! Пора тебя на переработку отправить! Робот! Нет! Пусти! Нет, этот бесполезный флэш-флип. Олет, ты в порядке? Да, простите. Зачем я подражала Флосси Флэш? Я Олет. Теперь Ромео украдет драгоценные книги. Я их уже украл. И скоро в них появятся мои фото. Скорей, лети за ним, а мы за Кэтмобилем. Хорошо. В этот раз я воспользуюсь силой совы. Настало время героев! Зачем ей книга о Флосси Флэш? Совиный взгляд! Так, птичка мне нашептала, что ты... вон там. Кэтмобиль, прячься! Вовремя! Держи, натяните ее между тех двух деревьев. Пониже. Чтобы остановить Ромео, надо сначала остановить его робота. Что теперь, Олет? Теперь великолепная Олет воспользуется своей суперсилой. Во-первых, я использую совиные крылья. Затем совиный взгляд. Юху! Гляди, Ромео! Моей любимой книги у тебя нет? Что? Взять ее, робот! Придется получше постараться. Нет, нет, нет! Теперь я могу наполнить тот бак тучами! Сила Луны — еще туч! И опусти их в бак! Кэтбой! На помощь! Надо что-то делать! Я ненавижу мокнуть, но я не могу подвести своих друзей! Я все-таки герой! Суперскорость! Я иду, герои в масках! Великолепный Кэтбой со скоростью молнии бегает среди туч, а те следуют за ним! Что? Эй, что ты делаешь? Если мне придется промокнуть, то и тебе тоже. Я мокрая! Хватит! Хватит!
надо изменить полярность. Эй! Есть! Получилось! Гекко, скорей! Помоги убрать тучи из бака! Хорошо, Кэтбой! Супермышцы Гекко! И мы спасли лето. А ну отдай! Нет! Цветы? Ну, у нас их нет. Скоро будут. Кошачья суперскорость! Не указывайте на меня пальцем. Вы должны делать то, что я вам велю, так? Схватите их! А? Ладно, герои в масках. Пора доставить этих бабочек домой. Аккуратно. Привет, бабочки. Хотите полетать со мной? Тогда вперед, сюда! Нравятся мои цвета, бабочки? За мной! Я покажу их вам! Что? Вам это нравится? Это вежливость! Верно, лунная девочка! И я попробую быть вежливым. Прошу прощения, прекрасные бабочки. Я принес столько цветов, сколько смог найти. Вот, прошу, летите с нами. Вот так! Отлично, бабочки! Спасибо! Что? Мой лунный магнит заклинило? Стойте, бабочки! Вы не можете лететь с ним! Мотыльки, где вы? Мотыльки! Ну и чего вы ждете, глупые? Ловите их! Я сказала поймать их! Вы глупые мотыльки! О, привет, мотыльки! Вы хотите с нами? Мы совсем не против. Да, обещаю, я буду вежливым. Нет, 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 нет! Теперь у меня не осталось помощников! Ну так нечестно! Надо же, мне почти жаль тебя, лунная девочка. Готовы? Готовы! Пусть победит лучший супергерой! Как вам мои движения в полете? Мило! А как вам суперсцепление ящерицы? О, так себе! По сравнению с кошачьим суперпрыжком! Эй! Эй, так нечестно! На-на-на-на-на! Пора выпустить кота из мешка. Кошачья суперскорость! Супермышцы Гекко! Эй, так тоже нечестно! Кошачий суперпрыжок! Вот так надо побеждать! Мои супергеройские движения точно были лучшими! Ну нет, мои движения были лучше! Я победил! А мне кажется, мои движения были лучшими, так что я победила снова! Никто со мной не сравнится! Я Олет-победительница, а? Гекко? Кэтбой! Кэтбой! Эй! О нет, она схватила их! О, если бы я не пыталась их все время победить, этого бы не случилось! Эй! Настало время героев! Победила! Вы видите, герои? Смотрите, как быстро работают мои мотыльки! Да, лунная девочка, твои мотыльки молодцы, но они вряд ли смогут принести самую большую игрушку в мире – гигантского Т-рекса! Что? Легко! Если будут работать вместе, то принесут его мне! Стой, сумасшедший кот! Пришло время действовать. Вы такие глупые! Вы разобьетесь! Ха! Это уловка! Конечно! Олет!
волнуйся, все в порядке. Хм, мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О, нет, я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса. Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий. Не то что мы. Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его. А все потому, что Гекко не забрал свой голос, когда была возможность. Да здравствует Ромео! А что говоришь, Гекко? О, ты говоришь, что настало время героев. Мечтать не вредно, ящерица! Представьте, что я только смогу сделать с вашими голосами! Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? Помоги нам, Кэтбой! Не могу дышать! Нет! Помоги! Хватит прохлаждаться! Переходим в другое место! Я не могу пойти за ночным ниндзя и спасти Олета Гекко! Он меня обманул! Олет была права. Злость мне не помогает. Я не должен был сердиться на нее и Гекко. Время быть героем и оставаться спокойным, как учитель Фанг. Ой! Не туда. На помощь! Прыгучая ящерица! Прошу, помоги нам, Кэтбой! Прошу, помоги, пожалуйста! Все нормально. Мне пора действовать. Кошачья суперскорость! Бой спокоен и действует согласно плану. Спасает друзей. Не волнуйтесь, ребята. Кэтбой с вами. Он спокоен и расслаблен. Прямо как учитель Фанг. Кошачья суперскорость. Конечная остановка для всех пассажиров. Ого! Отличная поездка. Спасибо, что спас нас. Не за что. И простите меня за то, что я на вас злился. Я поступил неправильно. Да ничего. Кэтбой и правда вернулся. Спасибо, ребята. Кстати, у меня есть идея. Нам нужно разозлить ночного ниндзя и ниндзялина. Это поможет. Вперед, герои в масках! Взять их, роботы! Время действовать, герои. Вы должны мне помочь. Кошачья суперскорость! Победить Ромео вам будет веселее с суперсилами. Амайя превращается... В Олет! Грег превращается... В Гекко! Герои в масках! Нужно добраться до суперкомпьютера. Если его остановить, то остановятся и роботы. За дело! А? Помоги остальным роботам, робокот! Нет! Настоящий Гекко и Олет! Я настоящий Олет! Я настоящий Гекко! Нет, я! Что теперь, милый котеночек? Ты не можешь их отличить? Да, у твоих роботов есть суперсилы, но они не такие дружные. Олет, Гекко, ловите! Да! Удар с переворотом! Быстрое вращение! Видишь, Ромео, я могу отличить своих друзей. Готовы к особым приемам? Да! А! Остановите их! Я приказываю вам остановить их! Ха-ха!
отыскает мое лунное логово, и никто не сможет отобрать у меня лунную статуэтку. Потому что она моя! 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 Очень скоро она не будет твоей. Лунная девочка, ты победила! Статуэтка твоя! Мы уходим! Я знала, что ты в итоге образумишься! А как насчет Гекко? Мы его освободим и вернем мою статуэтку! Ты должен быстро сбежать по пожарной лестнице, подняться по внутренней лестнице и войти в ту дверь, хорошо? Уверена, что это сработает! Посмотрите, давай, Кэтбой, вперед! Все кончено, лунная девочка! Кэтбой! Похоже, в моем лунном логове останутся и ящерица, и этот глупенький котенок. Из них выйдут отличные статуэтки. Так-так, а лет друзей нет. Хочешь тоже украсить с собой мое жилище? Настало время героев, наверное. Ладно, я на самом деле отдаю ее тебе. Сова... лунная статуэтка твоя. Только отпусти Гекку и Кэтбоя. Ты правда отдаешь ее мне? Ну, то есть, навсегда? Да. Забирай ее. Теперь ты отпустишь моих друзей. Нет. Нет? Но... Что? Ты забыла, что я злодейка? Так, а теперь я завершу. Собирать коллекцию статуэток героев. Олет! Совиные крылья! Ночной ниндзя проиграл. Думаю, он расстроился. Ты рисковал тортом Гекко. Но все хорошо. К тому же у нас шарики с учителем Фангом. Ты что, не слушал меня? Тема моей вечеринки – ящерицы. Ой, да ладно тебе, Гекко. Уверен, ты передумаешь насчет них. А? Торт в стиле учителя Фанга. Я очень хотел торт-ящерицу, но вместо него мне достался этот. Вы не хотите поменяться? Ни за что! Эй! Да, давай меняться! Нет! Торт учителя Фанга? Да, он просто потрясающий! Да, он вас поразит, особенно если нажать здесь. А? Что происходит? О, это не обычный торт, это липкий взрывной торт со взбитыми сливками! Да, и когда зажгутся все эти лампочки, здесь все будет забрызгано кремом. Вы не сможете очиститься от этой липкой массы. Впредь будете знать, как портить мой праздник. Если все прилипнут, то никто из нас не придет на вечеринку Гекко. Прости меня, Гекко. Это все из-за меня. Я совершил небольшую ошибку, но знаю, как все исправить. Настало время героев. Да! Ах, самое время задуть свечи. А? Что это за шум? Помните, кто первый победил? Я победил! Что задумали эти глупые герои? Стойте, это что, какая-то игра? Ну же, еще один раунд! Давайте уложим Кэмерона в постель. Знаю! Пусть он идет по запаху. Кэмерон всегда идет туда, где вкусно пахнет. Помните? Печенье! Кошачья суперскорость! Печенье, да! Попался! Теперь ты моя кукла! Он мой! Ммм!
Получилось! Да! А где Кэмерон? Нет! Но теперь я придумала план. А чтобы он сработал, надо немного подождать. Настало время героев! Да! Я знаю, вы там, герои в масках, но ненадолго! Олег, каков твой план? Мы остановим этот поезд, и мы сделаем это вместе! Кэтбой, ты отломаешь пару веток. Гекко, а ты подползешь к укладывателю рельсов. Без проблем! Потом настанет мой черед. Я подам тебе ветки, а ты с их помощью заблокируешь укладыватель рельсов. Без рельсов Ромео-лабораторию не поймать. Отличный план! Должно сработать! Только если я дождусь, пока настанет моя очередь. Вперед, герои в масках! А? Ой, помни, Олет, нет. Торопись. Действуй, Кэтбой! А я буду ждать. Давай, мой укладыватель! Больше рельсов! Больше рельсов! Кошачий прыжок! Теперь моя очередь. Ты сможешь, Олет. Молодец, Олет! Что? Остановитесь, негодники в масках! Слишком поздно, Ромео. Гекко, заблокируй укладыватель. Нет! У меня уже лучше выходит. Нет, не лучше! Каждый раз, когда ты... Что ты делаешь, мерзкий котенок? Кэтбой, дай мне использовать прыгодозер! Я смогу Ромео остановить! Нет, Гекко, только я! Кэтбой! Ладно. Если нельзя использовать прыгодозер, я использую реактивный ранец! Нет, Гекко, будь осторожен! Этот ранец очень опасен! Смотри, не сломай мой ранец, летающий ящер! О, нет! Гекко может пострадать! Надо было дать ему прыгодозер! Кэтбой! На помощь! Спокойно, Олет! Я тебе помогу! Наконец! Совиные крылья! Ой! Этим ранцем непросто. Берегитесь! Ха! Наконец-то реактивный ранец мой! Теперь я могу захватить весь мир! Так, что же мне использовать? Слизимет? Или, может, пальцы тык? А, стоп! Я же хотел применить пушку-загазушку! Я просто гений! И что теперь будем делать? Есть одна идея! Похоже, что мы, ниндзя, все-таки сильнее вас. Не волнуйся, Гекко, мы разберемся. Нет, я разберусь. Хочешь потренироваться с сильным соперником? Я к твоим услугам. Не смеши. Я побью тебя одним пальцем. Этим. Супер ниндзя Лина, взять его. Гекко! Мы сейчас!
новый спортивный снаряд. Хватит! Меня! Бросай! Молодцы, ниндзя Лина! Вы становитесь все сильнее! Скоро вы сможете победить кого угодно! Кроме меня, разумеется! Гекко! Ты в порядке? Нет! Я ведь все испортил! Я хотел показать, какой я сильный! Но мы это знаем! Теперь мы ни за что не вернем спортивный инвентарь. Зря я отверг вашу помощь. Теперь супер-ниндзелина такие сильные, что их никто не остановит. Особенно всех вместе. Я знаю! Ниндзелины сильные, когда они вместе. Но и мы тоже. Настало время героев. У меня есть план. Я поискала, как Гекко просил, и нашла вот эту порванную скакалку. А ты? Сломанный велик. Больше ничего. А я спущенный мячик. Бежим! Кэтбой, управлять этой штукой непросто! Я разберусь. Я должен помириться с Солет. Котики-бегемотики! Нет! Нет! Пульт! Ха! Сейчас я верну своего птеродактиля и заодно поймаю летающего котеночка! На помощь! Кэтбой, что ты делаешь? Я тут застрял. Я полетел за тобой, чтобы убедиться, что мы все еще друзья. Но теперь пульт снова у Ромео. Ну, конечно, мы все еще друзья. О, это все из-за меня. Надо было раньше с тобой помириться. О, отстой! Кого это волнует? Ничего. Но с крошечным Кэтбоем было забавней. Эй! Пожалуй, я уменьшу ниндзялина. Перестань! Ты даже не знаешь, куда нажимать! А ты не можешь направлять шланг. Еще как могу! Не можешь! Могу! Ну ладно, хватит! Давайте сюда шланг, злодеи! Вот тебе шланг, пташка! Хватайте их, ниндзялино! На помощь! Сейчас мы тебя уменьшим!